Привет, зрители канала «Домашняя качалка». Сегодня я хочу с вами провести небольшую кроссфит-тренировку. Ну а перед тем, как я вам объясню, что мы будем делать, я немного подкреплюсь углеводами. Итак, я принес из спальни штангу для тренировки рук. Но она нам нужна только лишь как опора. Планирую я нашу тренировку сделать за 5 минут, то есть это будет 5 кругов. Каждый круг должен выполняться за максимум за 1 минуту. Правила такие. Нужно выполнить за один круг 15 подъемов туловища, 10 отжиманий и 5 приседаний. Все это без остановки. Если мы это выполняем за 30 секунд, то оставшиеся 30 секунд до минуты мы отдыхаем. И далее продолжаем круг по новой. Как только 30 секунд отдыха прошло, то есть полная минута круга вместе с отдыхом, мы опять делаем 15 подъемов туловища, 10 отжиманий и 5 приседаний. И опять, если у нас время, допустим, мы сделали за 35 секунд, то мы 25 секунд отдыхаем и повторяем круг вновь. Такая домашняя круговая тренировка. Назовем ее модным словом «домашний кроссфит». Ну, кроссфит слово должно было прозвучать в моем видео, потому что я в теге хочу занести слово «кроссфит», чтобы оно цитировалось с поиском. Кто будет искать слово «кроссфит», чтобы просмотры были. И поэтому, конечно же, это обычная домашняя, да даже не домашняя, а просто обычная круговая тренировка. Но по-нашему это домашний кроссфит, домашняя круговая тренировка. Итак, таких кругов должно быть 5. Сейчас я жду до половины 30 секунд и поехали. Итак, мы сделали за 40 секунд. Сейчас 20 секунд у меня отдыха. И как только стрелка будет на половине, мы делаем второй круг. Не забываем, 5 кругов нужно сделать. Сейчас мы выполнили за 35 секунд круг. Разогреваемся. Вот такая домашняя тренировка. Отлично бодрит. И не требует особо никаких снаряжений. Третий круг. Три круга сделали. Запись идет, все нормально. Как видите, пузо понемногу.
ногу спадает. Думаю, вам это заметно. Четвертый круг. Поехали. Итак, нам остался сделать последний круг. Подкрепимся карбокиком. Последние 5 секунд отдыха. Итак, поехали, последний круг. Стоп. Итак, у нас средний круг. Получается 35 секунд работы. 25 секунд отдыха. И это хорошая круговая тренировка. Хороший домашний кроссфит. Для тех, кто хочет привести в форму свою сердечно-сосудистую систему. Или просто скинуть вес, да и в конце концов просто держать себя в хорошей форме. Думаю, такая тренировка отлично подойдет как для девушек, так и для парней. Рекомендую выполнять ее по утрам, хотя бы 3 раза в неделю, а лучше каждое утро вместо зарядки. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Всем желаю, не пропускайте тренировок, любите, балдейте и верьте в завтрашний день. Всем пока!